пошла. Ну ладно, пойдем смотреть. Ну, сейчас все к Пасхе встречают. Вот это я не показывала в прошлый раз. Это для мыла. Ой-ой-ой. Боже ж мой. Ну вот, говорю, делала я мыло, но как-то ну это уже вот. Ну-ка. Так. Это вкладывают куб, потом заливают, видимо. Угу. Ой, красители для мыла. Так. Угу. Свечки всякие разные, ладан, благовоние. Ароматерапия. Так. Ладно, вы уж меня простите, я сначала схожу свою фурнитуру, ладно? Ой, ой. Никак не пройти-то. Просто так. Блёстки. Полубусинки, пуговки. Так, а пуговки надо посмотреть. Ой, а сколько перьев-то. Ой, ой-ой-ой. Господи, всякие-всякие цветочки. Я взяла себе вот такие рамочки. Пригодятся. Пришла. Угу. 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 Интересные бусинки. Так, ладно, девоньки, сейчас я посмотрю повнимательней. Господи, всяких ленточек. Резиночки, да? Тесьма, да? Ой, ой. Хотела купить тесемочку. И все, и меня накрыло. Я не знаю. Я не знаю, какие. Нет, наверное, на Алиэкспресс проще заказать там. Посидишь, подумаешь, порассматриваешь. Тут я не могу определиться. Все, меня уже это.
У меня почему-то от такого количества и вот от этой яркости у меня начинают болеть глаза и перестает соображать голова. Ну, тут что-то я не вижу ничего нового. Вот, возьму вот такие ключи. У меня нет больших ключей. Вот, возьму. Ой, а сколько перьев-то. Ой. Ой-ой-ой. Господи, всякие-всякие цветочки. Я взяла себе вот такие рамочки. Пригодятся. Вот, возьму вот такие ключи. У меня нет больших ключей. Вот, возьму. Ну, вот представляете, вот тут 50 штук стоит 223 рубля. А вот тот магазин, куда я сейчас еще пойду, где я фурнитуру покупаю, а там 50 штук, 50 рублей. Ну, вот есть разница. Дурдом какой-то. Очень уж дорого тут. Салфеточки. Ну, не знаю, не сказать, чтобы это было интересно. Так, вот эти деревянные еще заготовочки. Птички, зайчики. Сейчас тут посмотрю. Ой, возьму вот такую рисовую бумагу. Такая нежненькая. Мне так понравилась. С морской тематикой. Сделаю чуть бутылочку какую-нибудь. Или баночку. Пластиковые. Вот эти всякие шарики из двух частей. Пенопласт. Папье-маше. Крокодилы, лошади. Керамика, металл, одна проблема — вести как. В общем, краски, краски, краски. Вот они, пистолеты. Стержни. Ну, все просто. Вот, ну, такие цены. 4 штучки. Клей горячий. 80 рублей. Вот даже в Крыму и то дешевле. Так, ну тут кисти, мастихины. Так, ладно, я двигаюсь к выходу. Пойду я лучше в свой схожу.
магазинчик. Машина стоит. Красивая. Так. Так, в окей уже идти не хочу. Уже ноги не идут, пока по Леонардо походила. А мне надо обязательно заехать еще за фурнитурой. Я вспомнила, что мне еще надо было. Забыла в прошлый раз спросить. Вон немножко залив видно. И сопки. Деревья заслоняют. Да, такие деревья у нас высоченные. Ну вот, а тут уже порт начинается. Все вот эти вот краны. Раньше корабли стояли по три борта. С одного корабля на другой надо было переходить по трапу. А теперь, как в 90-х попродавали в Индию, в Китай, на иголке, как говорили. Что, пришла в аптеку? За аппликатором Кузнецова. Ну, не могу. Все болит, руки не поднимаются. Какой-то кошмар. Не знаю, доктор мне сказал. Ну вот. И буду на нем лежать. Ой. Ну, а что делать? Прям все хуже и хуже. Это остеохондроз, межреберная невралгия. Ну, в общем, полный букет. Ну что, мои дорогие, вернулась я домой, еле приплелась. Вот, ну, показываю, что я купила в магазине. Вот последним за фурнитурой куда ходила. Ну, прикупила еще бусинок вот этих для сатуаров. Вот таких у меня еще не было. Вот такой формы, и вот таких тоже не было. Увидела, не смогла себе отказать вот в таких ягодках. Ну, не знаю, вот сделаю серьги, не знаю, может, кому понравится. Но это, конечно, больше девчуленькам, наверное. Ну, уж такие яркие, такие яркие. Так, купила две вот таких вот бусинки, очень хорошие. Это понятно, что это имитация жемчуга, но очень хорошие. Я думаю, что это Майорка. Жемчуг. Ну, судя по цене, да. Вот. Купила еще 4 вот таких бусинки. Ну, прям очень они мне нравятся. Хорошую швензу. Ну, крючочек в смысле. И будет прелесть прелестная, как Гела Чара говорит. Вот. И купила вот этих штучек, у меня не было. Видите, вот эти бусинки, у них одно отверстие вот, от, вот здесь. Тут нет, не сквозное. И вот нужны вот такие штучки, которые закручиваются туда, в бусину. Вот, и купила еще 2 вот таких вот замечательных бусины. Тоже хочу серьги сделать. Очень интересные, понравились. Вот, и купила Садолиту 3 бусины. Но почему я их купила? Вот мне как раз понравилось, что они одна вот практически вся синяя с одним вот таким вот кружочком. А эти вот такие наполовину белые, наполовину синие. Вот у меня там еще должны быть, уже не помню, синие бусины тоже такого типа. Но поменьше вроде как. Вот. Ну вот. Купила эту рисовую бумагу, купила вот 3 таких ключа хорошего размера. Ой, 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 ой.
Ой-ой-ой, покатилась. И купила вот эти вот рамочки. Пригодятся. Вот, так что, мои хорошие, устала, как та собака. Я на этом буду заканчивать, потому что будет очень длинное видео. Вот. Пока-пока, мои дорогие. Увидимся. Я вас целую, обнимаю. Пока-пока. Девочки. Скажи до свидания, мои дорогие. До свидания, дорогие.